На кого, на ваш взгляд, работает Алексей Арестович и работает ли? Ну, вы знаете, я достаточно давно знаю Алексея Арестовича. Я понимаю, что он человек очень амбициозный. И думаю, что работает он на себя. А не, что он не, там, не какой-то Кремлем засланный казачок. Вот не верю я. Простите, в это не верю. Он человек весьма амбициозный. Я полагаю, что с этим все объясняется. Парадоксально, хлестко. Люди, стремящиеся к популярности, очень часто делают такого рода хлесткие и парадоксальные заявления.